Здравствуйте, друзья! Итак, продолжаю серию клиентские работы. Это самые оригинальные, самые интересные ворота за этот год, который я делал, 19-й. Значит, смотрите, какая в чем фишка у заказчика этого. Есть дом, и вот там вот у них кухня. Видите, стекло 4x3 проем, полностью под стекло. И точно такой же сделали гараж. Это тоже стекла, это тоже полностью, все полностью застеклено, просто сейчас оно в пленке, я пока не могу их открыть, пока здесь ведутся ремонтные работы, вот. Поэтому показываю, как это есть в таком виде. Значит, все закрыто стеклопакетами тоже. Но если на хитрость, это сделано из поликарбоната, потому что если бы это было стекло, мы бы его просто не подняли никак. Вот здесь вот ручечка приделана. Еще раз размер здесь 2,30 на 4, почти на 3,75. Чуть-чуть дотолкнуть, и вот они открываются до верха. Вот, видите, разделено специально вверху, сделано как бы окно. Вот, потому что даже для Z-системы, ну, это было слишком большой вес, чтобы полностью открывать. И, ну, и это расстояние пошло на притолок. Как бы вот так. Сюда поставлен привод. Сейчас я подключу электричество, покажу привод. Вот сейчас закроем еще изнутри. Ворота очень красивые получились, классные. Достать не могу, тяну за рычаг. Вот, видите. Вес ворот 130 килограмм, 135. И вот я их тоже одной рукой закрываю, открываю. А, хочу показать изнутри. Сейчас я зайду вот так. Так, а теперь показываю это изнутри и уже рабочий привод. Значит, вот пульт. Нажимаем. Пульт от секционных ворот. Вот они закрываются. Опа, есть. Открываем. Модель, если кому интересно, вот такую поставил. Вот она. Хочу еще показать, на этих воротах мы сделали, видите, ниша. Вот. То есть ворота установлены прямо в проем. Но для этого вот пришлось вырезать вот такую нишу, чтобы можно было поставить их вот так вот вниз. Вот. То есть это ворота, еще раз хочу напомнить, Z-система на 4 рычагах. Автоматизированная. Вот. Ничего сложного абсолютно. Штатный привод от секционных ворот. Все, и вот они уже. Открыть невозможно, но зафиксировано приводом. Точно так же, если нужно, можно ручное сделать управление. То есть вот этот рычажок сбрасываем, вот, и тогда ворота можно открыть вручную. Вот. Опа, рычажок ставим опять в положение автомата, и можно открывать, закрывать. Только нужно добиться того, чтобы привод зацепил, зашел в зацепление. Ага, вот все, зацепило. Опа, все четко работает. Видите, такая пришлось сделать очень высокая притолока, вот это расстояние. Вот. Плюс еще у нас окна над воротами. И сделали вот такую приспособу вверху на 1,20 м высотой, 1,50 м, чтобы можно было прицепить такую консоль для мотора. Сейчас хочу показать еще один момент. То есть насколько близко можно ставить к воротам система машину. То есть вот у нас леса, они высотой. Ну, чтобы вы понимали, вот я бы на вытянутую руку держу. То есть здесь где-то 2,20 м высота, вот так вот. И расстояние сантиметров 70 от края. И вот теперь смотрите, как это сработает, если ворота закрываются. То есть выглядит это очень близко. Вот мы закрываем. Видите? Опа!
еще раз продемонстрирую. Открываем. Опа, все. Вот пример автоматизации ворот Z-система от Ильнура из России. Ворота большие, 2,5 метра высота, 4 ширина. Использован тоже стандартный привод для секционных ворот. И вот, все работает четко, ровно. Давай. Следующий пример от Павла Беляевка, Одесса. Тоже 2,5 высота ворота, ширина 3,40. Автоматизация сделана тоже при помощи привода для секционных ворот. Как видите, ворота установлены на улице, это въездные ворота. Ну, для чуть-чуть защиты, для настроечки сделано, да. Там сделал специальный такой короб. Все. Над вот этой штангой приводной, над мотором. Тоже отличный пример автоматизации. Заходи, я закрою. Я походу, длинница или тебя? Ты понимаешь, под конец она планку поднимает. Не-не, там надо просто усилить эту планку, сделать вот там стопора чуть-чуть. Все. Не, все хорошо. Спасибо огромное за участие в моей эпопее. Так вот закрывается с одной кнопки. Вот это тоже интереснейший оригинальный способ автоматизации ворот от Вадима из России. Красивые ворота большие. 2,70 высота, 3,60 ширина. Хорошо. Сегодня только закончил. Настрою три привода. Да, использованы привода от распашных ворот. То есть это первый пример от моих заказчиков, кто так реализовал такую схему автоматизации. Все, закрылись. И линейные привода от распашных. И замки никакие, ничего не надо. Они уже ворота так не откроются уже. Тяни, не тяни. Есть маленький, конечно, ход. Так, сейчас открывается. Но они открываются не до спасама, как могут. Они могут выше, но привода не дают, маленько хода чуть-чуть не хватает. Ну, так, в принципе, мне вот так подходит. Машина заходит. Грузовичок, правда, маленечко не помещается, но... А так вот, в принципе, вот... вот. А привод я это... Следим. Здесь вот я этот наварил еще и крепление привода. Вот оно. Вот здесь столбу. И вот он закрывает. Тут
смотри, вот уходит вперед маленько. Чуть-чуть скрадывает, но он не намного дальше, чем рычаг. Вот еще один отличный пример автоматизации при помощи приводов к распашным воротам от Максима, Украина. Ворота 2,10 высотой, шириной 3 метра. Привода установлены параллельно пружине, то есть вот там, где установлена пружина, он поставил привода. Ворота, створка должна быть сбалансирована, только тогда привода работают в штатном режиме, то есть без нагрузки. Не забывайте писать и читать обязательно комментарии под видео, потому что очень часто бывает, что я не успел в видео рассмотреть какие-то детали, рассказать. И это подробно описывается под видео. Поэтому не забываем, читаем комментарии, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на мой канал и делаем заказы. До свидания.